И он все дал необходимое для того, чтобы человек радовался здесь на земле. Но человек сделал очень большой грех. И наши прародители сделали грех, отошли от Бога. Но Бог отдал Сына Своего возлюбленного Иисуса Христа за наши грехи, который умер, воскрес, и Он родет. Я хочу, чтобы каждая душа была спасена. И хочу зачитать вам несколько стихов за псалма. Для чего мы проповедуем, говорим Слово Божие, друзья? Благослови душа моя Господа, и все внутренности мое святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобра орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Друзья, Господь творит правду и суд всем обиженным. Он знает каждого человека и знает каждый, сколько проживет на этой земле. Но Он хочет, чтобы каждая душа была спасена. И вот вам зачитал: благослови душа моя Господа. Мы здесь приходим для того, чтобы и обогащались наши души. Когда мы говорим Слово Божье, обогащаемся мы тоже этим, друзья. Не только мы вам говорим, мы этим обогащаемся. Мы получаем очень большую радость, потому что так говорит Библия. И всегда вначале мы молимся. Давайте, мужики, снимем головной убор, да? Нас, ну, мы...